11 июля в Музее истории Казанского федерального университета подвели итоги практики для студентов 2 и 3 курса по специальности музеология. Мы придумали музей 90-х, потому что в Казани есть музей социалистического быта, а есть музей вот этого советского детства, я точно не помню. А вот музей 90-х нет. Говорят, что не так давно это было, то есть, ну, не такая далекая эпоха, но если это все не сохранять, то это все пропадет. Опять же, и молодежи интересно, я как бы сам не особо старый, чтобы помнить это время. Также студентам удалось повысить свои профессиональные знания. Связанные с музейным делом дала новые перспективы для реализации своих знаний и способностей. Презентация этих музеев была проведена на высоком уровне. Прозвучало много новых идей и экспозиционных решений. Новый, неконсервативный, совершенно необычный взгляд, который заставляет нас, специалистов музейного дела, делать более востребованными экспозиции, поднимать темы, которые интересны современной молодежи. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.